Библиотека, школа, детский сад и игровые площадки – основные пункты инспекции в деревне Ликино. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков осмотрел их совместно с депутатом Одинцовского совета депутатов Вячеславом Киреевым и начальником территориального управления Жаворонковское Александром Булаевым. Пришли к выводу, местная библиотека – один из тех объектов, которым следует уделить внимание в первую очередь. Надо ее сохранить. Руководство библиотеки, люди, которые уже много лет, 15 лет работают руководителем, это достойный человек, любит свою работу, знает всех своих абонентов в лицо, и это надо это поддерживать и всячески помогать. По словам Дмитрия Голубкова, здание школы, построенное около 40 лет назад, требует серьезной реновации, а значит и вложений. Ранее парламентарий отмечал, что условия обучения детей должны быть самыми лучшими. Не оставили без внимания и местный спортклуб. Молодежь занимается единоборствами, физическими упражнениями. Значит, это отдельная тема крупная, которая также нуждается, значит, есть спрос, люди хотят заниматься спортом. Спортсмены Ликино показывают высокие результаты на соревнованиях разного уровня. По итогам инспекции было принято единогласное решение. К наведению порядка в Ликино необходимо приступать как можно скорее. Единороссы будут держать работы на контроле и оказывать всестороннюю поддержку. Елена Морозова, Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».